Вера Базарова и Юрий Ларионов из Перми специально приехали в Москву для того, чтобы получить эту премию. Спортсмены уже непростой судьбы, несмотря на то, что они еще так молоды. И, конечно, дело, слава богу, не в травмах, а в неких коллизиях, которые их преследовали. А также не очень приемлемые условия для тренировок в этом прекрасном городе со славной историей фигурного катания. Но я думаю, что они совсем справятся. Вера Базарова, Юрий Ларионов. Наша надежда.